Так вот, Си пожелал Путину удачи на президентских выборах в следующем году, но кремлевский диктатор позавидовал темпам роста китайской экономики. Но на самом деле, как считают аналитики, эта поездка была больше в интересах Китая. Ослабленная, изолированная, истощенная войной и санкциями Россия – отличная жертва. Ее сначала можно привязать к себе экономически, постепенно превращая в энергетическое и экономическое сырье. Использовать ее территорию как ресурсно, так и геополитически для противостояния с Западом. Очень показательно проиллюстрировал визит лидера КНР журнал «Экономист» в центре Китай, но России отведена роль спутника на орбите вокруг КНР. Для Украины визит Си Цзиньпина к Путину показал, что с Пекином нужно быть начеку. Хоть и явных договоренностей о военной помощи России не последовало, но варианты обхода западных санкций обсуждались наверняка. И в этом не очень хорошие для нас новости.